Где это я? Неужели я снова в игре кальмара? Да. Капец. Ладно, всем привет, ребят, с вами я, Срусерица. Сегодня, ребят, мы с вами поиграем в игру под названием «Игра в кальмара», а точнее «Red Light, Green Light», «Красный свет, зеленый свет», часть вторая, ребят. Перед тем, как мы начнем, обязательно попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Но мы начинаем. Погнали! Так, вот это мне дали работу, и я... Страш, ребята, я сто... Сегодня, ребята, я поработаю сторожем. Капец, меня назначили сторожем. Ну что ж. Блин, кто-то стал с фронтменом. А что это за куда? Только тут у нас. Ладно, привет! Добро пожаловать на красный свет, зеленый свет. Я веду шесть тигров, которые вы собираетесь победить. Человек, который выживет во всех шестых играх, получит деньги в этой свинье. Деньги будут набираться каждый раз, когда игрок выбывает. А чё ты молчишь? Прошу, доберитесь до первой игры. Так, в итоге мы побежали, ребята, меня слабо назначили сторожем. Конечно, я проиграл в прошлой игре в кальмары, но зато меня назначили стражем. Ура! Поэтому, ребята... Итак, так, я на высоте. Сейчас посмотрим-ка на этих лошар. О, плечик. Ага, то есть вот это вот мой помощник, как получается. Так, в общем, да, с тобой действую так. Короче, у нас там еще сторож. Устраните игроков, которые терпят неудачу. Окей, ладно. Всё, давайте-ка. Я прямо наблюдаю за всеми. Все, давайте начинаем. Так, зеленый свет, они бегут. Здесь тут, что тут? Опа. Так, ага, у нас здесь будет чуть-чуть попроще. Опа, на. Опа, изи попал. Давайте-ка. Следующий, кто у нас там? Ладно, давайте-ка чуть-чуть вот так вот воспользуемся. Так, я сейчас побегу просто спокойно, тупо их... А. Так. Давайте, вы пока храните. А мы ничего не можем. Ладно, так, зеленый свет. Красный свет. Так. А, ну еще пока никто не выбыл. Хм. Так, уже многие выбили. Надеюсь, я получу призовой фонд. Так, угу. Следующий. Все. Если так не будет собирать. Нет, он все-таки еще будет забирать. Смотри, последний. Это мой. Опа, все. Все, я всех в итоге похоронил. И в итоге идем дальше, ребят. Следующее у нас это будет второй игрой. И в итоге нас 40 осталось. Блин, 40 человек из этих осталось. Блин. По правилам надо, чтобы осталось ровно двое.
Ладно, надеюсь, что двое будут. Если один, то придется ему тогда уже назначивать награду. Поэтому, к сожалению, это. Погодите-ка. Блин, я не успел собрать тело. Ладно, все страшно. Все страшно. Я ее потом совсем приму. Так, а пока что плюс девочка, ребят. Вы, кстати, сейчас можете добавлять меня в друзья. Я вас обязательно в этом добавлю. Но только когда я играю. Следить за моим профилем в Roblox и следить за показателями, чтобы вдруг ничего не случилось. Итак, пока что этот фронтмен решает, что там, какой цвет у кого, что будет. Ладно. Выбери свою форму. Так. Так. Блин, ребята, я реально стражем появился. Нет, ну если бы даже я умер, у меня бы была новая жизнь. Или, я не знаю, ладно, ничего страшного. Ладно, хорошо, давайте смотрим первую фигуру. Угу. Итак, все. Мы готовы приступить к игре. Мы пока следим за этим. Так, устранить игроков, которые сломали их печенье и собирают тел. Ладно. Окей, я пока за этим буду следить, если кто-то сейчас там еще убитый. Красавчик, ты прошел такой. Где-то. Опа, попались. Ну все. Собирать его. Прости, игра есть игра. Это тоже. Прощай. А те как там? Так, ну так, ребят. Вроде все успели. Ладно, все, давайте. Вы все молодцы, поэтому можно идти дальше. Вы чё? Масса все на гроб вставать. Ладно, эти гроба уже и все исчезают, поэтому все. Идем дальше. Так. Так, ну я просто терплю. Можно потом уже идти. 001, сторож. Идите, пожалуйста. Окей. Тихо, секундочку. Я не успел так снова собрать его, но ничего страшного. Я буду точно болеть за какую там. Итак, стражи, делайте ставки на того, кто победит. Я сразу за четвертую, надеюсь, что она победит. Поэтому давайте, победите! У-у-у-у-у. Так, ладно, давайте.
Вот скорее начнем-то наконец. Давайте, давайте, давайте. Сейчас начнем. Чего вы радуетесь? Сейчас будет мега штукадрюка. Поэтому давайте. Лава вам удачи, мы начинаем. А вы как хотели. Че, может, поехали с нами? Покатаешься. Так, ладно. Так, все, начинается четвертый Е. Победите, пожалуйста, Лиз. Лиз, победите. Пожалуйста, победите. Четвертая команда. Вы должны выиграть. Я на вас ставку ставила. В итоге у меня минус 500. Ну, спасибо, блин. Я и так с вами был вчера на даче. Уже нет. Поехали, что? Я только с вами в субботу еду на дачу, и все. Так, давайте-ка вторая, третья команда. Кто у нас победит, интересно? Так, ну я думала, что вторая. Мне более какие-то офигеть. Мне кажется, они просто активнее играют. Ну ладно, хорошо, хорошо, давайте что вы победим. Угу. Ой, господи. Что за проблема такая? Ладно. Подождаем сейчас. Идем дальше. Дальше у нас четвертая игра. И осталось 15 игроков. О! А было сколько там вообще было так-то в основном? О, 55 человек, блин, осталось 15. Я не знаю, выиграют ли они в четвертой игре или нет. Ладно, мы бежим, 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 но скоро будет совсем четвертая игра из шести. Блин, только половина прошла. Так что все, время идет. Ах. Ой-ой-ой-ой, да, блин, не удалось. Придется в пятой игре тогда. Блин, каждый раунд об этом забываю. Ладно, осталось ровно 15 секунд и уже начнем битву. Кто еще из вас победит, да? Так, у меня, естественно, уже ничего нет, потому что я и так уже однажды играл. Поэтому, нет, ребята, я не хочу с этим все совмещать, как-то все странное, это или не странное. Сейчас у нас закон. Начнется игра четвертая. Так, ну давайте посмотрим-ка на вашу игру. Чет или не чет. О, мне кажется, это выигрывать. Надо проверить, как они просто тут играют. Так, Фротман куда-то туда побежал. Опа, опа. Минус двое. Ей. Опа. А это попал. А как? Она же вроде с первого раза выигрывала. Ну ладно, ничего страшного. Что-то в этом уголке постоянно... Это... Что-то в этом уголке... О, вот здесь какая-то слишком сильная война. Посмотрим. Так, они играют в какую игру? Они играют в классическую игру в шарики. Просто в классическую игру играют в шарики. Ясно. Окей. Так, пока что, ребята, это ладно. Так, когда вы вернетесь? Это стрень? Ну хорошо. В итоге осталось 8 человек, а было 15 человек. Походу, кому-то, видать, повезло сильно. Но не настолько же ведь, ребята, потому что всего им осталось окунуться еще на следующий день.
И это у нас пятый день. И там стеклянный мост. Так, давайте-ка. Так, секундочку, сейчас я соберу, блин, крысость. Вот это крысость, крыса настоящая. А вы знали, что отсюда прыгать, то не разобьется, вы прикиньте? О, все. Все, ребята, сейчас игра пойдет. Удачи! Все, 3 минуты. Ваша задача собирать тела. Хорошо, фронтман. Окей, мы вас поняли. Ну ладно. Окей, так, третья засветилась. О, вторая. Во-во-во-во-во. Опа, она стоит, стоит. Сразу же минус 3 пошло. Вроде все собраны были. Ладно. Ну и что вы тормозите? Неплохо так вы потеряли тела. Ну и что вы так? Что вы не прыгаете-то? Надо проверить, где они там. О, их уже видно. Можно сказать, ну ладно, хорошо. Ну, давайте, прыгайте. Конечно, они ничего не видят, блин, вы слепые. Опа, минус один чувак. Опа, 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 опа. Опа, есть, я собрал. Я успел собрать. Давайте-ка. Пишите же прямо сейчас же. Вы что, там уже проходите прям неплохо там? Должен быть с этими вблизи как-то. Это же здесь, да? Или... А, они уже там, да как так, так. Как они так проходят? Ладно, ничего, на последних я там точно упаду. Так. Так. Угу. Ну, давайте, прыгайте. Угу. Ну, давайте. Ну, кто-нибудь прыгает или нет? Прыгайте, осталось 1,5 минуты у вас. Хотя они в любом случае же успеют. Так или иначе. В итоге... Ладно, вы смотрите сами, если... Что? Все прошли? Да неужели? Красавцы! Ладно. В итоге собрано было 3 трупа. Окей. Надеюсь, что я получу глобальный приз. Итак, сколько там денег в цене? Офигеть, 7040? Кто такого достоин выиграть? Ладно, ребят. Следующая игра у нас последняя, 6-я. Сама игра в кальмара. И осталось 4 игрока. Ну, желаю вам удачи. И осталось 7 секунд для того, чтобы добраться до игры. Время пошло. Блин, в итоге ничего не сработает. Не работает, ничего не понимаю, почему, ну ладно. Все, следующее. Финальная игра в кальмара. Кто-то из вас должен добраться до этого круга и продержаться там 10 секунд. Кто продержится, этот человек и победил. Потому что считайте, что один только из вас победит. Опа-на. В итоге, давай, девочка, сюда вставай. Давай, давай, сюда вставай. Я победил! Я получил 4000 баксов! Ура! Я великий страж, ребята! В итоге, я победил, ребята. Ну а на этом, ребята, мы с вами закончим. Спасибо за игру. Продолжайте играть, чтобы получать больше обновлений. Ну а на этом, ребята, мы с вами закончим. Если вы досмотрели это видео, значит...
оно вам понравилось, поэтому не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Ну а с вами был я, Сыр Зерец, вторая игра в кальмары, Red Light, Green Light, вторая часть. Всем пока, ребята!